На почту местной мэрии пришло порядка 1000 писем с голосами. На общественной комиссии, которая состоится 9 февраля, будут оглашены 3 лидера, из которых, в свою очередь, жители Канска должны будут выбрать одного. И вполне возможно, что центрального парка, реконструкция которого началась летом 2017 года, в числе не окажется. Такая ситуация тоже рассматривается, и все равно территории привокзальная площадь и парк культуры и отдыха будут доведены до логического конца, да, которые предусмотрены именно дизайн-проектом на момент заключения договоров подряда. За счет каких средств? Бюджета. Города. Да. Город будет доводить до города. Возможно, это будут спонсорские деньги, пока источник финансирования неизвестен. Напомним, в конце прошлого года горожане уже принимали участие в голосовании за парковую зону. По неподтвержденным данным, тогда лидировал центральный парк. По истечению некоторого времени результаты были аннулированы. Начало нового голосования объяснили серьезными изменениями в федеральном законодательстве, которые буквально перечеркнули проделанную работу.